В первую очередь, конечно же, я думаю, вы и без меня знаете, что нужен рабочий интернет. Для этого можем загрузить любой другой сайт. Если он открывается, значит, интернет у нас работает, и Roblox также должен работать. Следующая по значимости причина – это наличие свободного места на вашем жестком диске, если вы используете Roblox со своего компьютера. Здесь я тоже думаю, все понятно, просто удалите то, что вам не нужно, для того, чтобы обеспечить больше свободного места. Если же вы входите в Roblox с браузера, то значит нужно разобраться с настройками вашего браузера. В Google браузере, чтобы зайти в настройки, нужно нажать на троеточие в правом верхнем углу и дальше выбрать настройки. Первое, что нам стоит сделать, это очистить кэш браузера. Для этого мы заходим в настройки безопасности и здесь как раз очистить данные браузера, и видим, что здесь есть куки и кэш, то, что нам нужно.